А речь пойдет о многолетней систематической рейдерской осаде здания. Да, не случайно осаде, поскольку количество, разнообразие, наглость и продолжительность околоправовых атак на здание организованной группы, действующей от имени гражданки Гапиевой Софьи Михайловны, просто поражает. Немного о здании. Это торговый центр по улице Свердлова, дом 13А, в городе Тольятти. Бывший дом быта, построенный в 1986 году. В начале 90-х это здание было приватизировано предприятиями, которые там работали, их трудовыми коллективами и мэрией города Тольятти. В итоге 600 квадратных метров здания стало принадлежать закрытому акционерному обществу «Рембытсервис Заря», акционерами которого на 15% была мэрия города, 24,9% принадлежало некто гражданину Гапиеву, остальные – миноритарные акционеры, работники предприятия. Ну, со временем, значит, директором предприятия была назначена жена Гапиева, Гапиева Софья Михайловна. Затем, после того, как ее муж скончался, она должна была унаследовать от него акции, что сделала с большим запозданием. Затем она задумала и реализовала, значит, реорганизацию акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью. И при этом переходе из ЗАО в ООО, затрудняюсь сказать как, но совершила хищение части акций, которым принадлежали мэрии города Тольятти. Получила ли это какое-то развитие? Да, значит, в отношении нее было возбуждено уголовное дело, она была взята под стражу. Вот. Однако решением областного суда дело было признано возбуждено необоснованно, значит, с формулировкой, что данные вопросы должны разрешаться между акционерами, руководителями и носят гражданско-правовой характер. Хотя, по-моему, налицо были все признаки хищения муниципальной собственности. Уголовное дело в отношении Софьи Гапиевой тогда замяли, а источник, близкий к судебным органам Самарской области, рассказал нам: прекращение уголовного дела и снятие ареста в отношении Гапиевой приложил руку судья Фисун Анна Николаевна Автозаводского районного суда города Тольятти. Она же наложила спорный арест на здание, о котором подробнее мы расскажем позднее.